Приветствую всех на моем канале, спасибо, что запустили данный ролик. Игрушка War, играю на PlayStation 4. Ну что, все ближе и ближе я продвигаюсь к концовке. Опа, дотянулись таки. Надеюсь, у нас все получится, ребята. Вообще, конечно, сложно. Все очень сложно. А что нам эта веревка дала? Не знаю прям. Так, ребята, мы с ней куда-нибудь допрыгнем или нет? Мне вот интересно. Блин, я вообще-то ожидал вон туда допрыгнуть. Нет? Так а нахрена она мне тогда надо? Или она очень длинная веревка, я прям вниз могу спуститься. Понятно. Да, мёд снарт. Блядь, подожди. Надо всё-таки так сделать. Сейчас ты мне докажешь. Блядь. Никакой... Что? Иди ты нахрен. Подожди, как тебя быстро-то убить? Оп. Сука, ты еще там кидаешься. Блять, хреново мы проходим, ребят, хреново. Твой черед. Сюда. Неверно. Угу. О, вот это хорошо. Это было хорошо. Так, верный, неверный. Что-то я там не допрыгивал, может поверху можно было, как-то у меня не получилось то именно с той веревки запрыгнуть. Так, ладно, значит я, наверное, когда поверху бы прошел, я сюда попал. Ого. Ну что, жрачки у нас нету, ни хрена у нас нету. Куча охраны. О, ролик. Опять без звука, спасибо игре. Ребят, ну что, смотрим. Да, вот этот злодей. Да, живая девушка, конечно, замученная все. Ну, конечно, мы сейчас упадем нахрен куда-нибудь и будем выбираться. Блин, растеряла все свои эти взрывные стрелы. Не знаю, чем я буду его побахать. О, нехилая концовочка. Ух ты мой, как она его. Так, ребята, а у нас-то тут новый злодей?
Да, блин, слушайте, прикольный поворот. Ну, что-то подобное я ожидал, конечно, но что так прям легко мы избавимся от этого злодея? Ясно. Ну что, ребята, я думаю, на этом стоит немножко. Тихо-тихо. Немножко надо прерваться. Но концовочку мы посмотрим уже в следующем ролике. Спасибо, что смотрели. Вот. Я думаю, неплохой ролик получился. Как вы считаете? Достаточно интересно, да? Шучу. Так, давайте продолжим. Не будем мы больше тормозить. Блять, тут можно навернуться. Так, что как бы мне с ней разобраться-то? Хрен его знает, с ней разобраться. Прималь, прималь. У меня нет практически оружия, что я ей могу сопоставить. У нее такая мощь, она-то человека, это видели, как она его? Что взяла, скрутила баранья рог, как говорится, и все на этом. А что я могу? Ни хрена я не могу. Не, ну город, конечно, пацанский пацан. Блять, куда-то идти-то хоть скажи. 72 метра туда. Ладно, давайте. Ах ты, ёпарасоте. Допрыгался. Ребят, только я так могу. Блять. Так, погнали. Ладно, не будем тормозить. О. Понятно. Слушай, ну ты... Тихо ты. Чё ты такая? Не дотрогай. Не попадаться на глаза. Прежде как не попадаться на глаза, если она... Блин, зачем мне звуки не нравятся вот опять? Давайте вот так вот. Что я могу тут сопоставить? Ну вот так, наверное. Сука. Блять, вот это мне не нравится. Ребята, а? Тихо-тихо-тихо, не надо мне тут глазенки свои таращить. Так. Блять. Я не люблю этих вот вурдалаков, слушайте. Блять, он там.
Ясно. Ай, ладно, давайте, наверное, так вот просто сделаем. Пока так. Там будет, ребята, видно. Ты использовал меня, как всех остальных. Вот и все. Конец истории. Лишить энергии примали. Давайте сохранимся. Ребят. Убли. Да ловушка, это стопудово. Я расскажу тебе кое-что напоследок. Да? Ну что, так поговорим. Ты мне смс-ку пришли или там на e-mail? Ух ты, бля, это было мощно. Походу, она разозлилась. О, баба в гневе. Сука. Тихо, тихо, тихо. Ну какой свет? Блять. Мне надо, наверное, все-таки вот так. Да подожди, ты не ори. Что сделать-то, подожди. Тихо. Вот дура. Да не, идут неплохо. Блядь. И, сука. Да я понимаю, что некуда. Крыш-то ей понесло. Мужчина разряда вообще, ребят. Тихо. Вот там, что там? Что-то наверху. Так, она пока там бесится. Тихо, я... А. Есть это дело. Думаешь, твой камушек тебя спасет? Блять, жизни нет, ребята. У-у-у, я понял. Нереально, блядь. Твою мать, дура конченая. Думаешь, твой камушек тебя спасет? Блять, а что ж ты будешь делать, сучка-то эта, а? Спасал он ее, блять, у нее уже крыша сама поехала, да? Нет, давайте сразу. Как мы получаем по соплям, надо начинать сначала, ребят. Я, если что, сделаю... то, блядь. Если что, я сделаю склеечку. Думаешь, твой камушек тебя спасет?
Так, ребята, ну наконец-то получилось. О, что-то подействовало. Сохраниться, а хрен, сохранить все равно не могу. Ну что ты, блин, вернешься ты к нам? Сбоку зайти, что ли? С меня хватит. Делай, что должен. Приз получен, новый рассвет. Замечательно. Так, он держит. Ну давай, 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 давай. Так, у нас что показывается, это что история была, и они сейчас все это изменят. Вот такой вот ролик опять без звука. Не знаю, почему так, но как-то так. Вот наша кошечка, гарпун. Так, ну что, кошку мы-то забрали. Вот такая вот концовочка, ребята. Переиграли мы немножко концовку. Получается, ну, наши герои. Вот, прошел я игрушку вор. Ну, что я вам скажу. Концовка немножко, не знаю, как-то мало драма, мне кажется. Можно было и переиграть более круто. Но в целом игрушка понравилась. Да, графон, конечно, фиговый. Ну, вот, графон фиговый, но... подача сюжета, в принципе, интересная. Пару локаций, миссии реально там разработчиков перло. Придумали очень смешно, интересно. Вот, что же касается в целом игры, я доволен, что я ее прошел. Надеюсь, вы тоже. Поддержите меня лайком. Вот, поэтому подписывайтесь на канал в любом случае. Это одна из немногих игр, которые я буду проходить на канале. Пройду и прошел и буду проходить еще. В любом случае, я на этой игрушке не остановлюсь. Конечно же, будут еще игры, которые я с удовольствием пройду вместе с вами. Поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить очередной ролик на моем канале. Так, давайте мы пропустим эти тогда уже титры. Так, готово. Ну, естественно, нам опять дали хищника. Дали хищника. Так, ну как же без этого? Витрина трофеев обновлена. Конец игры. Поздравляем, вы прошли основную сюжетную линию игры. Теперь вы можете дальше исследовать город, а также повторно проходить любые главы и задания клиентов. Во как. Хорошо. Давайте проверим, так ли это таблички на месте. Это у нас есть. Тут, ага, появилась брошь, колечки. Ну что, ребят, я буду уже, думаю, проходить все эти дополнительные задания уже не для канала, так пройду лично для себя. Спасибо, что смотрели. Еще раз подписывайтесь на канал. Будет еще очень-очень много различных игр на различные жанры. Спасибо, что все время были со мной, смотрели данную игрушку вор. И до новых встреч!